Ну вот, пошло движение. 2 июня 2023 год. Очень коротенькие отчетики для уважаемого заказчика. Вот так, качество под землю. Это медпункт. Ну, здесь 5 соточек. Ну, это косметический покос. Я думаю, что сегодня наберем под полтинник соток, наверное. Как-то у меня был такой момент. Косметический покос. 50-50. За двое суток 50 соток. Вот так. Это под землю. Так, там я начал периметр. Сделал возле умывальников, вокруг казарм. Потому что ребята там подметают уже бетонные дела. Вот. Ну, сегодня балаган поставил там в лесной части перед вахтой. Перед проходной. Натянул полок там, дров заготовил. Там рядышком все. И это, дорогу сделаю 500 метров. Так что это, уплотняемся. Вот. Вон там около умывальничков уже начал. Вокруг казарм все сделал уже. Ну все, коротенькое. Все, помчались. Ну вот, давайте качество. Качество покоса. Давайте покажу. Вот травка какая была. Вот если всегда так будет. Ну, не всегда, еще можно подольше, да? Ну, если через 20 дней там. Ну ладно, пусть через месяц. Но не через 50 дней. То будет все красиво. Вот видите, как красивенько трясется. Вот люблю делать эти канавки. Вот по ГОСТу, как канавку сделаешь, вообще отлично. Вот здесь все красивенько уже сделал. Видите, там около той казармы тоже красивенько сделал. Ну все, работаем, ускоряемся.